В этот понедельник наступила Страстная Седмица. Это последняя неделя Великого Поста. В этот период верующие готовятся к воскресению Христа. Согласно традиции, в ближайшие дни надо держать строжайший пост, то есть употреблять пищу только после захода солнца. В Великий Понедельник нельзя есть еду, приготовленную на масле. В Страстной Вторник хозяйки не должны заниматься тяжелым трудом, а мужчинам разрешается работать в поле во вторник и среду. На третий день Страстной Недели верующие вспоминают грешницу, которая раскаялась перед Господом, и Иуду, ученика, который продал Христа. В Страстной Четверг в церквях проводят службу 12 Евангелий и вспоминают омовение ног апостолам, Христом Спасителем и Тайную Вечерю. Хозяйки пекут Пасху и красят яйца. Согласно традиции, в этот день умершие возвращаются в свои дома. На кладбищах зажигают лампадки, а православные несут в храмы вино, мед и калачи, которые потом раздают за упокой души умерших. В Страстную Пятницу богослужения не проводятся. В этот день Христос был распят и умер на кресте ради спасения человечества. В Страстную Пятницу держат самый строгий пост. Не рекомендуется есть и пить уже с вечера четверга. В субботу закалывают ягненка и делают последнее приготовление к Пасхе. Хозяйки готовят корзины с яствами, которые несут в церковь, чтобы освятить.